И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Виктор Кошак, Серега и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас на 4, давно не было рубрики «Аниматроники пугают охранника». Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Ну что, Серега, мы сегодня аниматроники, а пацаны идут вовнутрь, делают нам ловушки. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Давайте, пацаны, идите. Мы будем начинать вас мочить. Если ты не понимаешь, мы тебя убьем, и ты идешь сам. Мы, Серега, очень злые сегодня, очень. Никого не щадим, никого не жалеем. Они уже сами себя валят, потому что Виктор Кошак сделал очень крутые ловушки. Но мы не будем на них попадаться. Серега, давай подождем пару минут, обследуем дом по кругу, а потом пойдем. Так. А я в окна буду смотреть, следить за ним. Я слышу, как он выдает себе 1 000 000 бомб. Я даже вижу, как он это делает. А, это не он. Это не он. Это ультрафиолет, все четко. Так, я вижу, как там Спайдермен. Опа, Бэтмен ходит на картофанах. Так, буду я ставить бомбы здесь. Я через окно смотрю все. А, блин, я не могу прямо в здание залететь. Но я вижу, вот так, если камеру покрутить, видно. Так, так, на картофанах идет. Так, давай еще, Серега, 20 секунд, и мы идем. 20 минут, конечно, хотел сказать. Угол лазера сюда просвечивает. Смотри, Серега. Где, где, где? А вот с этой стороны лазер просвечивается с дома. О. А, ну давай попробуем деактивировать на расстоянии. Они уже хочу, молодец. Ну все, давай пошли туда вовнутрь. Хочу уже их попугать. Они идут, они идут. Они идут. Мы идем, пацаны. Готовьтесь. Сегодня вас ждет очень жаркая ночь. Ребята, не забываем ставить лайки, подписываться на канал Димас ТВ. Я вас всех люблю и уважаю. Заходите. Заходи, заходи. Иди ты первый, я буду сзади. Ой, музычка стрёмная. Иду на работу в пиццерию, в 4. Так, давай, давай сюда. Это дом. Да, что, конченый? Это хороший дом, ну чего ты сразу конченый? Так, давай сюда. Нет, не сюда. Пусто. Как-то у них тут дома и как-то по-нищебродски, да, все? Да. Иди, иди, иди. Или нет. Быть... О, не, лампа есть зато. Убить или не убить, вот в чем вопрос. Ловушка, Сережна! Блин, ну я ж предупреждал. Но это очень слабая ловушка, нас такое не берет. Слышишь, ты чё мочишь наш? Наш. Мы идем дальше с Серёжной. А чё она не сработала на меня? Ого, они тут калитку бабушкину поставили. Ого, прям в живот стреляют. Да, 10 000 хп, не берет меня такое. Нашу? Они сами разблокировали все бомбы. Нет, это я. А, ты своим пузом все пожертвовал? Все, Серега, не больно тебе? У тебя прям кишки вылетают на стену. Готовим на калитки у них какие-то не бабушкины. Они приварили. Через них можно тпхаться, смотри. Я в потолке. Здорово, мужик. Они своих мочат. Я здесь, смотри. Я возле этого охранника. Да, как-то слабо, пацаны. Очень слабо. Ты чё разошелся тут? Ты чё? Ну иди сюда, в припрыжечку. Слышь, псина. Джон Псина. На тебе. Ай-яй-яй-яй, смотри, что делается. Серега, это какой-то дом сумасшедших. Валим отсюда на улицу. Надо план какой-то нам придумать. Это дом Техаса. Резня в Техасе. Блин, как я тут фильм забываю называться? Техасская резня, блин. Резня, да. Так, идем вниз. Как тут вниз спуститься? Пацаны, вы очень сильно мочите, но мне это нравится. И музыка ладно, такая классная. Давай отступим. Отступаем. Серега, отступаем, да. Не пускай никого наверх. Так, я чуть тебя не убил, но не буду этого делать. Пацаны, вы зря на нас нападаете. О, давай, Серега, выйдем, аниматроников других возьмем. Маленьких каких-то, челепиздриков. Так. Давай. Так, Серега, кого ты возьмешь? О, я возьму, знаешь кого? Плюштрапа. Или попугая можно взять. Смотри, я на R английского нажимаю, смотри, что я могу. Хоп. Хоп. Поняв? Ладно, давай другого возьму, чтобы не было одинакового. Я возьму себе вот этого челепиздрика. О, мы с тобой одинакового, в принципе, размера. Я могу даже под тобой пробегать. А не, не могу. У тебя, кстати, текстурка внизу есть. Это Фокси, потому что... У меня 750 жизней. Я сейчас сразу умру. О, челепиздрик Балунбой, пошли. Шаром по голове надаваем. Сейчас, чупа-чупсом. Эй, ой, чё тут? Кошак, неудачная спроба.
встретился с другом. О, я могу прыгать на пробел и тпхаться. Здорово. А вот отлично. Обратно выйдем. А, бомба, бомба, у меня 750 жизней. Блин, уже 650. Угу, бомба сотку заняла. Чё за смех такой прикольный? А это я мочу Виктора. Он меня захихик. Ребята, если вы хотите в следующей серии здесь прятки, ставьте лайкосик, пишите в комментариях. Мне кажется, здесь можно прятки запилить. Они заминировали лестницу. О, я иду к тебе, мне это интересно увидеть. Они там C4 подкидывают. Так, как мне выйти? Чё-то у меня все в одну сторону тянет. Колывану взорвал свои C4. Ах ты! Появился во мне. Так, давайте на улицу выйду и заново возьму челепиздрика. Так, все, пошли, Серега. Теперь у нас серьезные намерения их убить. Бэтмен там. Ого! Я что-то сыкаю туда идти, Серега. Опасно очень. Сейчас я. Я могу деактивировать. Нет, ты их не сожрешь. А чего это? Я тпхну сейчас. Ого, я тпхнулся на край карты. Я живой остался. Всех с собой забрал. Да, кошак уже не такой, как раньше. Молодцы, убили сами себя. Пацаны, вам надо медаль дать за смерть. Так, прыгаем, прыгаем, прыгаем. Так, кто там ходит? Ого, вы мне подкидываете. А то отстань, жлоб вонючий. Бэтмен, умри. Мочи Бэтмена. Да сколько у тебя жизней? Серега, ты какой-то очень агрессивный аниматроник, но мне это нравится. Это же марионетка. Она идет, марионетка идет, закрывайте дверь. Я смогу по лестнице ходить? О, я могу прыгать на жопе. Да дайте подняться, я маленький челепиздрик. А я могу тпхаться. Ого, дробашом мне в голову. Как тебя убить? Я не могу убить этим челепиздриком. Серега, отомсти за меня, он меня обидел. Вот так, молодец. Красавчик. Это кто там еще ходит? Полезен, Дима. Ну он такой смешной. Хорошо, давайте возьмем полезного челепиздрика. Серега, знаешь, кто у нас полезный есть? Кто? О, Балора. Балора сильная очень. Она красивая. Скрипучая. Скрипучая, да? Так, оригинальная комната у нас 4. Здесь мне нравится находиться. Надо засаду им сделать. Ну что ж ты, сундук. Не расстраивайся. Опа, Серега пошел. Я помню, как Серега нас троллил вчера в серии. Это было смешно. Опять ты тут? Да мочи его. Эй, сундук. Брат сундука. Я всех замочил. Я очень злой аниматроник. Хорошо, давайте еще возьмем. О, вот кем я буду. Файнтайм Фокси. Я пошел. О, а ну взорви крипера, хочу посмотреть, сколько жизни отнимется у меня. Валя, Фредди, давай жертву. Ай, жертва не хочет, чтобы ты его убивал. Я отомстил, Серега, за тебя. Я очень злой. Меня током бьет. Ну чё, пацаны, вы уже не такие деловые, как раньше. Хвосты поджимали? Они умирают друг. Они умирают, да. Друг другие появляются. Можем определить, кто встанет открывать. Ух ты! Хорошо, взрыв был, мне понравилось. Пацаны, я иду в вашу точку спауна. Я вам просто так это не оставлю. Эй, определяйте, кто встает открывать. Я терминатор, меня не убить. Давайте все на улицу, битву сделаем на улице. Ого, Серега, у тебя прикольный. Скрабэйби, кошмарная какая-то, такая стрёмная. Это первая версия. Не, пацаны, ваше оружие очень слабое. Не берет, не берет. Давай, Серега, на расстоянии не убивать, а прям в припирку, когда подходишь. Потому что это читерски как-то получается. А я как делаю? Мочи его, мочи. Ты пэхаться классно. О, Серега, я на крыше, смотри. Буду наблюдать, как ты его мочишь. Тихо, 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 кошак. Я вижу, ты уже целишься на меня. Попал. Попал жестко, кстати. Виктор кошак бегает, бегает, хочет меня убить. Глотнит винта. Ай, меня Кэтмакс убил твой. Кэтмакс, ну что ж ты, friendly fire. Че, все? Или еще кто-то выйдет? Ладно, Серега, пошли вовнутрь. Они сыкают к нам идти.
никто из дома не стреляет. Ого, твоя щупальца видно через стенку. Это эпично. Че на карточках сидишь? Я тебя вижу, как будто тебя не видно. В домике, что ли? Так, кого еще взять? Испугался. Эннард, погнали. Он более быстрее ходит. Ого. Я шкафчик съел, норм. Виктор Кошак, Виктор, тебя жалеем. Испугались? Обосрались. Ух, звук какой эпичный. Ого, на меня бомб налепили. Пацаны, давайте, активируйте. Ой, их. Она здесь, помогай. Ого, вот это жахнуло. Так, делаем засаду. Они дверь закрыли. Кто выйдет из двери, сразу умрет. Я не могу через двери убить. Открывайте, мужики. О, блин, Серега, извини. Я думал, что это враг. Да, враг с клешней. Получается, терминатор сидел в аниматронике. Терминатор — это и есть аниматроник. А, блин. Недоделанный какой-то. Ого, крики. Серега, ты какой-то бешеный. Бум. Серега, ты готов? Нет, убейте Димаса. Бум. Уже поздно. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и все. Пока.